Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о зрении. К сожалению, остановить старение невозможно, но затормозить износ старения наших органов – это мы в силе. Да, совершенно правильно, это биологически активные добавки. Сегодня я вам расскажу о таком замечательном продукте. Это тримегавитал, который содержит лютеин и зеаксантин. Вот этот препарат, принимая уже даже 2 недели, будет достаточно, чтобы вы поняли и ощутили, что у вас резкость-то наводится. Он такой препарат, который достаточно быстро дает вам понять, что все возможно. Читаете ли вы книги, рассматриваете ценники в магазинах, которые до сих пор вам было сложно без очков купить это или не купить. Вот пропить 2 недели, месяц, вы уже понимаете, что да, резкость-то наводится. Вот лютеин, он присутствует в киви, в шпинате, в капусте, в желтом перце, но их очень много нужно съесть. Просто это нереально. Вот содержится вот в такой капсуле в одной, да, норма наша дневная. Но если есть проблемы, вот я пью их по 2 капсулы, чтобы зрение улучшалось. Тут еще есть облепиховое масло, витамин Е. Так что, пожалуйста, вот такие у нас антивозрастные витамины в сибирском здоровье для глазок. Присоединяйтесь к нам. Всего вам доброго, до новых встреч!